В городском округе Люберцы усилили контроль за соблюдением масочного режима. Особое внимание уделяют общественному транспорту. Ежедневно руководители компаний-перевозчиков и сотрудники администрации проверяют водителей и пассажиров на наличие средств индивидуальной защиты. Пользуйтесь обязательно на транспорте, не забывайте. Забывать о масках действительно не стоит, особенно в общественном транспорте. В автобусах и маршрутках вероятность подцепить инфекцию наиболее высокая. Напоминание о необходимости носить средства индивидуальной защиты сплошь и рядом. Масочку надеваем, маску. Пассажиры относятся к этому требованию с пониманием. В отличие от периода, когда была первая волна коронавируса, сейчас люди осознали, насколько важно носить маску. Я в понедельник сделала прививку и все равно маску ношу. В связи с такой ситуацией, я думаю, что их надо носить сейчас. Те же требования и к водителям общественного транспорта. Во время поездки им запрещено снимать маску. Более того, после каждого рейса они обязаны обрабатывать поверхности в салоне автобуса. Соблюдение этих мер под строгим контролем. Каждый день мы проверяем наличие масок у водителей, обеспечиваем масками самих водителей, также выдаем маски для того, чтобы они выдавали пассажирам. Каждый день производим выезда на линии, проверяем машины, проверяем соблюдение масочного режима. За несоблюдение мер безопасности руководство транспортной компании наказывает своих сотрудников. И если в первый раз это просто предупреждение, то при повторном нарушении штраф или увольнение. Понятно, чем будут больше предохраняться люди, тем меньше больниц будут лежать. Наклейки на машинах есть на каждой. И так предупреждаем, что одевайте маски. У меня одни и те же люди, они уже привыкшие, одевают постоянно. За ответственностью пассажиров и водителей следят и волонтеры. Они не только наблюдают за тем, чтобы все были в масках, но и вручают средства защиты тем, кто забыл позаботиться о сохранении собственного здоровья и здоровья окружающих. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.